Первое место в столице Южной Якутии заняла территория, которая теперь в народе носит название «Этнодеревня». В Нерюнгри состоялись очередные общественные слушания по вопросу участия во всероссийском конкурсе. В рамках проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях лучший проект, по мнению горожан, может получить 100 миллионов рублей. В местности «Этнодеревня» планируется организация площадок для отдыха людей различных возрастных групп, создание современной велодорожки. Множество предложений поступило по обустройству территории для различных этнических групп, одной из которых это создание казачьего дворика с мельницей. Все эти предложения будут учтены. По возможности мы будем стараться, ну, так как должна быть эта единая концепция, по возможности будем стараться учесть все предложения.